подводим итоги поединка. Александр Снитков, Александр Киселев. Первый вопрос победителю. Три стандарта, идеально разыгранные, и, в общем, больше ничего не надо, такое ощущение было. А дальше уже по игре спокойно, не знаю, играли в свое удовольствие. Правда ли это? Нет, стандарты, конечно, выполнены на 100%, да, за 10 минут решили исход матча, а потом игра сломалась, на самом деле. Больше стало борьбы, стыков, ну, собственно, футбол так таковой перестал быть. Просто на поле остальное все была борьба, вот и все. Кто был сильнее в борьбе, тот и победил уже. Роман Евсеев как-то отрабатывал стандарты, потому что под него, ну, он выходил прямо под удар, да, было видно, что его выпускали для того, чтобы он ударил. Ну и он, в принципе, мог еще и третий даже забить, да? Ну, первый он забил, да, хорошо, а второй и третий это на фарт уже раз пошло, стали его выпускать, выпустили, он забил второй. Так что так, на фарт выпустили, он и второй забил, оправдал ожидания. Александр, вопрос тебе. Оказались не готовы, по сути, да, и первый угловой, который голу привел, и дальше такие два хороших удара получились. Не ожидали, да, наверное, что «Арктелеком» так реализует? Да, все мы ожидали, не знаю, все, что говорится, все в пустоту как будто. Сказали, люди играли там сутки назад, у них была там тоже борьба упорная, и, ну, был акцент сделан на то, что в первые там 10-15-20 минут нужно будет по максимуму все навязывать, все выигрывать, и подальше, если что-то фалить от своих ворот, подальше это все делать. Раз, два, три, пожалуйста, да, там 10-я минута, счет 3-0, по-моему, вообще со всех стандартов сначала все залетело. И тоже там, где фалилось, ну, там очень легко проходилось просто перед этим, поэтому люди же там, ну, фалили, не успевали. Тоже про это говорили, что 10-15-20 минут вытерпите, и потом, ну, как бы темп выровняется, ну, нам, мне так казалось, да? Ну, что, в принципе, и было. Возможно, это из-за счета, конечно, но все равно. Ну, то, что хотели в первую треть матча, не выполнили, не сделали, ну, это предопределило исход встречи. Получается, что у Сиаба, насколько я понимаю, это последний был матч, да, как раз в Суперлиге. И, ну, так, не знаю, подведи, наверное, такие краткие итоги. Понятно, что еще не озвучить место, которое команда заняла, но тем не менее. Надеюсь, последний в этом сезоне. Да не, если честно, плохо. 2 из, наверное. Ну ладно, 3, но из 10. Вот, ну честно, прям очень плохо. Непонятно. Мы самое смешное, что мы тренируемся. Вот фантазия, как бы, да, они там играют и на город, и вроде тренируются еще раз в неделю и играют, да, но во втором круге они выглядят получше, чем в первом круге. Мы не знаем, мы приходим, что-то тренируемся. У нас приходит, на самом деле, хорошее количество людей, кто сюда приезжает. У нас там 15 человек из 25 заявки. Это очень хорошо, честно. Мы там делаем упражнения разные всякие, там все с мячами, все там чуть побегать. Мы сюда приходим, не знаю, как это. Не буду ругаться. Я очень доволен, мы хотим большего. Сейчас нам остается только в следующие выходные молиться на другие команды, чтобы пораньше уйти в отпуск. Вот, и не играть там 17-18 числа стыки. Если подвести итоги, ну, не знаю, плохо. Мне многое не понравилось. Мне понравилось, там, единственное, что могу отметить, то, как мы играли с лидерами. Ну, там, возможно, кроме сегодняшней игры, да, мы там достаточно хорошо с первой пятеркой провели игры. Ну вот, кому-то уступали, но все было в такой, в борьбе, на равных, и с нами было нелегко. То, как мы играли с нижней частью таблицы, ну это вообще кошмар. И если будут стыки, то он для нас, это будет, честно говоря, заслуженно. У «Арктика» получается, что на конец как раз-таки турнира, да, выпали команды более простые, наверное, да, если рассуждать, если глядеть на турнирную таблицу. Может быть, наоборот, было бы здорово сейчас со всеми лидерами зарубиться, потому что команда такой ход хороший набрала, и, может быть, можно было и повыше даже залезть, или нет? Единственное, наверное, с волной, как она вчера выглядела с пингвинами, вот единственное, с волной бы мы еще хотели сыграть, а с остальными нет. Там мы свои очки забрали, вот единственное, в игру, вот бы сейчас с волной бы мы сыграли, я думаю, чтобы счет был бы другой, либо ничья была, либо победили. А так нет, сейчас все идет по своим чередам, и так должно быть, грубо говоря. Хорошо, ну и получается, что в принципе в последнем туре все будет решаться для вас, да, не в вашей игре, но если свою выиграете, да, опять-таки, там до 100 миллион роз. Будет ли замотивирован миллион роз? Может быть, как-то попросить ребят сыграть, потому что они уже чемпионы, им ничего не нужно? Или все-таки спортивный принцип тут возьмет свое?
Не, я хотел бы Романа Герасимова попросить, да, «Миллион роз», не бросать вот этот спортивный принцип. Я понимаю, что ему уже ничего не надо, но как они, Рома просил, да, чтобы не опускали руки, вот «Фортуна» также собиралась на всех лидеров, но также я их хочу попросить, чтобы они, как сказать, не бросали весла, а навязали «Дости» борьбу, а там пускай победит сильнейший, и распределяться места уже честно по спортивному принципу. Хотелось, чтобы была борьба и был интересный футбол, победил сильнейший, а там уже расставится все по своим местам. Спасибо. Спасибо.